Ну что? Ну что, типа, ну выживешь. Как я даю путем, кроме победы. Ну что, нормально, ненормально. В принципе, что выживешь. На самом деле, нет. Все сопротивление сводится к одному выводу. Очень рад. Разве нет? Не вот так вот сидит там. Сейчас я тут и сайт берем. Ну-ка вдох. Форт разрешает, еще с улыбкой, с мясом. 4, 5. Ну? Через несколько дней упражнений мы видим, что в лежачем положении позвоночник полностью прямой. То есть плюс-минус миллиметр – это разница просто меток. То есть в целом костная структура полностью восстановлена. Стоя картина в целом тоже смотрится весьма привлекательно. То есть спина прямая, тонус мышц по основным группам симметричен, по плотности на руку, по ощущениям он тоже симметричен, но и чисто визуально. Разумеется, что никакого рентгеновского контроля на финише мы делать не будем, никому не нужно личное облучение. Вот. Мы смотрим по ощущениям раз, в работе, в работоспособности два, и непосредственно геометрически и руками три. И в целом, да, можно заканчивать.